Здравствуйте! В этом обучающем видео мы расскажем вам, как можно установить MetaTrader 5 на Windows. Другие обучающие видео вы сможете найти по ссылке в описании к этому видео. Итак, смотрим. Для установки платформы MetaTrader 5 мы переходим в раздел «Платформы» MetaTrader 5. Нам нужна версия для Windows, поэтому ее мы и выбираем. Нажимаем «Скачать». Система просит нас подтвердить свою учетную запись. Для этого вводим свое имя, фамилию и почту. Если у вас еще не зарегистрирован кабинет трейдера, то вы можете это сделать и завершить регистрацию по тому письму, которое вам придет. Нажимаем «Далее» и выбираем «Скачать для Windows». Пошла загрузка. Запускаем файл. Устанавливаем. Готово. Сразу же у нас запускается MetaTrader, и давайте подключимся к нашему счету. Для подключения выбираем файл, подключиться к торговому счету и вводим данные. Если у вас еще не открыт демо-счет, то вы можете это сделать в кабинете трейдера. Данные для подключения вы можете взять из письма, которое к вам приходит на почту. Логин – это номер счета. И пароль. При копировании из письма убедитесь, что не попадают пробелы ни до, ни после, иначе система посчитает их за отдельный символ. Вводим пароль. Оставляем галочку «Сохранить пароль», если мы хотим, чтобы при каждом подключении система нас пускала. И нажимаем «Ок». Готово. Мы подключились к нашему демо-счету. Если у вас остались вопросы или требуется помощь, свяжитесь с вашим персональным менеджером. Контакты вы видите на экране.